Всем привет, это небольшой видеообзор обновлений в PUBG Mobile Lite, версия 14.2, бета-версия. Как видите, ящик здесь недоступен, магазин здесь тоже недоступен, инвентарь, ну все по стандарту, вроде да. Циклы, вот, значит, автобус добавили в игру. Так, да, и лодки добавили, можно теперь плавать, я так понял, транспорт, давайте посмотрим оружие, вот где-то новое, не помню, давайте новое, чуваки, новый интерфейс миссий, как видите, в принципе, то же самое, но такое стало более светлая тема. Вкладочка достижения стала доступна. Получайте очки, эксперт и призы разные. Оружие. Вот, например, можно получить золото. Вот, серебро. Вот серебра. Достижение хищник. Золото. Ну, здесь всякие разнообразные, то есть миссии, стали награды за достижения. Так, с меню вроде все, остальные настройки здесь покопался, все в принципе то же самое, ничего нового вроде нету. А, значит, смотрим обновление. Обновили вот довольно классический бета. Карта джунгли. Мне нужно скачать. Давайте скачаем. Так, начинаем новую карту джунгли, которая сейчас доступна в бета-тесте. Так. Соло. Ладно, давай с четвером. Фанбой матча. Сейчас в игре очень мало народу. Ну, это потому, что это бета-тест. Так. Ого, текстурки. Какие классные пальмы. Допустим карту. Так, куда можно? Ну, давайте сюда. Так, кто-то пришел. Ого. Прикольно. Надо было сюда спрыгнуть, конечно. А может сюда и спрыгнуть? Не, да, подальше пойдем. О. Ого, там уже наводит. Калаш. Чуваку. Там все. Басинка. Второй этаж. Ого, это что? И вот тоже вроде, да? Чёрт. Вот, бизон, ребят. Так, видите, прицел классный очень. Пим-пим-пим-пим-пим.
сезон. Ого. Даже выстрелов нет. Шум стреляет. Так. Понятно. Что убил? Так, зона там. Там лодка была. О нет, успею. Как зона. Во! Лодочка. Почти. Ничего, она. Что застрял. Ну вот я и докатался. Управление, конечно, деревянное. Так, пулемет. Ну вот как-то так, ребята. Обнова неплохая, первое впечатление. Довольно-таки интересно. Оружие кривое, надеюсь, это пофиксит. Особенно с базоном, с бизоном. Бизон, да. Ну так, конечно, лодочки, это просто жесть. Так, ладно, ребят, всем пока.